Концерт посвящен в основном, ну как бы объявлен, анонсирован как концерт поддержки Пуся Райот. Я его расширил, я предложил сделать поддержку политзаключенных, да. Потому что, ну, это важно для нас, потому что много людей страдает, много людей сидят в камерах, и Таисия Осипова 8 лет, там, ребята, вот, которые с маршем не согласны, много-много других людей, это же очень много просто. Мне очень важно, прошу прощения, мне очень важно, я сейчас занимаюсь этим делом, что думаете про Болотников сказать? Про болотную? Про болотное дело. Потому что многие считают, что, ну вот да, вроде дрался кто-то, вроде, так сказать, заслуженно. И я вижу, как люди отворачиваются от этой ситуации. Имеет ли смысл вообще как-то в нее включаться? Может быть, правда, они виноваты в чем-то, хулиганили там? Ну, я там не был 6 мая, я не знаю, кто что творил. Но явно видно, что это политика запугивания людей, просто вбивание их в клетку страха каждого из нас, вот, вбить. Это очень важно для этих людей, чтобы они творили свои непотребства, высасывали кровь из России, а мы бы, чтобы не вякали вообще. Ну, понимаете, ну это же видно всем. Вот всем это очень важно. Не всем, да. Ну не всем, да. Не всем, к сожалению, но многим уже, многим. Вы знаете, 20 лет назад был концерт в фестивале в Москве, назывался «Рок против террора», «Рок против политических репрессий» и так далее. Это был 1992 год. Многих из вас еще на этой земле не было. Да. И вы знаете, тогда страну рвало. Была страшная конфронтация, и чуть было мы не доехали до гражданской войны в 93-м. Вы знаете, сейчас прошло 20 лет, и мы опять стоим на сцене. Мы опять стоим на сцене и опять выступаем против политических репрессий. 20 лет прошло. Мало что изменилось. Но я хочу поблагодарить вас всех и ребят, которые будут здесь выступать, за просто вашу позицию. За то, что вы не побоялись сюда прийти и выразить свое гражданское чувство. Спасибо вам! Я не знаю, где был бы Цой сегодня, если бы он был жив. Но, может быть, он был бы и с нами, да, друзья? Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня, вот так, вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. Бою, мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. В строю.
Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть пора, дай огня.